Здравствуйте, друзья! С вами семейный юрист и психолог Антон Саровачев. А смотрели ли вы последний, последний, знаю, что многие по примеру летчиков говорят крайний, но я всегда говорю последний выпуск Дудя с солистом Animal Jazz. И если смотрели, а я уверен, что смотрели или слышали о нем, то там был такой блог, когда солист Animal Jazz рассказывает, рассказывает про свои сердечные переживания, про муки. Про то, как его бросила, бросила, послала на три буквы певица Максим. И угадайте, кому она ушла от солиста, вполне себе известный, раскрученный, я бы даже сказал топовой группы Animal Jazz. Угадайте, кому она ушла. Правильно, она ушла к олигарху. И здесь очень удивительно и интересно наблюдать за эмоциями солиста Animal Jazz и даже за эмоциями Дудя, когда они разбирают эту тему. Но для начала в качестве, так сказать, некой гиперссылки вспомним термин гипергамия. Что такое гипергамия? Гипергамия — это свойственное женщинам, женщинам стремление выйти замуж, связать себя узами брака с лицом более высокого социального статуса, чем она сама, а так как мы находимся на Ютубе, я должен оговориться, что это, конечно, характерно не для всех женщин, но для всех, но не для всех. И вот с этими знаниями и, так сказать, ремарками мы обсудим, я надеюсь, ложится в несколько минут, то, что произошло в жизни солиста Animal Jazz. Итак, певица Максим. Жила с ним год там или полтора, я так помню, что полтора года, и затем, опять же, как я понял, ну, по МДшной терминологии она была РСП, разведенка с подарком, с призом, ни в коем случае не с прицепом. Мы же с вами на этом канале сильно любим женщин, детей, вообще всех, все человечество, ни в коем случае не называем чужих детей прицепами, призом и подарком. Итак, вот такая вот женщина, достаточно богатая, обеспеченная, ну, симпатичная, может быть, даже для кого-то, с чужим ребенком вдруг находит такого вот рокера. Да, тоже с какими-то деньгами, ну плюс-минус равного ей по статусу, по деньгам, там, по всему остальному. А, ну, в плане социального статуса. Будет ли он ее устраивать? Ну, конечно, нет. Такой женщине нужен только олигарх. Опять же, этот самый солист Animal Jazz проговорил, что она, эта певица Максим, переживала за то, что вдруг она перестанет петь, у нее ребенок. Как вот она будет бедной, несчастной в этом мире. Она же не сможет выжить на какие-то жалкие несколько миллионов рублей в месяц. Правда? Это просто невозможно. У нее уже уровень жизни, который нужно не то, что поддерживать, а нужно увеличить. И вот здесь она, так сказать, выходит замуж, бросает этого своего рок-певца, известного, знаменитого. Выходит замуж за э, олигарха, которого она тоже не любит. Это я вам, опять же, как профессиональный юрист, семейный юрист и психолог, могу сказать, что любовью здесь, конечно же, не пахнет. Да, она может эту любовь имитировать. Я даже не исключаю, что этот самый олигарх, может быть, даже в нее влюбится. Но если вдруг так сложится ситуация в жизни, а в жизни все бывает, многие бизнесмены знают эту поговорку, что сегодня ты на коне, а завтра ты под конем. Если вдруг так произойдет, что у олигарха начнутся проблемы, она с ним разведется тут же. Даже думать не будет ни секунды. Зачем ему такие приключения? Ну, я слышал, что олигархи любят раскрученных блондинок. И, возможно, с его стороны тоже тут любовью не особенно-то и пахнет. Ну, так сказать, для статуса, друзьям показать, что он, смотрите, мол, какую я себе жену отхватил. Может быть, для каких-то других причин и целей. Напоминаю, что все мои ролики, это, естественно, конечно же, мои фантазии, которые ничего общего с реальностью не имеют. И кто я такой всего-то навсего юрист и психолог с 20-летним стажем, чтобы рассуждать вообще о таких вещах, как отношения, тем более чужие отношения. А зачем вообще я завел весь этот разговор? Затем, чтобы, про... ну, во-первых, конечно, хайпануть, естественно, на Дуде, певице Максим и чуваки из Animal Jazz, не знаю, как его зовут, группу знаю, а вот как его зовут, не знаю. Ну и во-вторых, конечно же, чтобы проиллюстрировать вам этот самый термин гипергамия, имейте его в виду. Это с точки зрения современного общества нормально, когда какая-нибудь бомжа, подзаборная шваль, выходит замуж за олигарха. Но если это мужчина со средним достатком, со средним достатком, не бомж не подзаборная шваль, ему очень сложно найти себе женщину с таким же достатком, как у него. Или выше, с такого, такого же социального статуса. Или выше. Потому что некоторые женщины, многие, все, не все, все, но не все, подвержены вот этой вот самой гипергаме. Всегда они будут, не всегда, но всегда искать Кого-то, кто выше социальным статусом, кто богаче, то лучше. И еще раз подчеркну, что ни о какой любви здесь речи не идет. Если какого-то условного олигарха устраивает, что с ним люди, женщины, жены, которые от него рожают детей, единственной с целью удержать только с ним из-за денег, ну, так сказать, это его, его жизненный путь если так получится, что денег у него этих не будет, он останется один в одиночестве. А, а многие жены, опять же, смотрим, например, жены Билла Гейтса, этому даже очень хорошо поспособствует, Ну, чтобы он остался без денег и в одиночестве. Потому что жить десятилетия с нелюбимым человеком, то себе еще испытание, которого ни одна женщина, ни одному мужчине не простит. А что же делать, спросите вы? А нужно, ну, если вам, конечно, это нужно, Заинтересовывать женщин не своим финансовым состоянием, и опять же, многие умные обеспеченные мужчины при знакомстве скрывают э, так сказать, свои достатки, приезжают на знакомство зачастую на метро или на такси, не расшириваются деньгами, не платят на первом свидании за чашку кофе, а делят счет пополам. И если она заинтересована в тебе без денег, то может быть, может быть, есть какие-то шансы, что ваши отношения продлятся достаточно долго и будут искренними. Те, которые ничего не понимают в межполовых отношениях вообще и в женщинах в частности, они пытаются наоборот взять у друга хорошую машину, у другого друга хороший костюм, занимать денег, влезть кредиты, лишь бы пустить женщину пыль в глаза, и продемонстрировать, нет, что они не настоящие мужчины. Нет, что они не вообще мужчины. А что они готовы, обеспечены. И затем эти мужчины всегда будут не вылезать из кредитов. Всегда будут обеспечить, всегда будут платить. И без денег вот этим вот женщинам и женам абсолютно не будут нужны. Какого, по какому из жизненных э, путей идти вам, конечно же, вам решать. Лично я всегда иду и шел... По, что называется, по первому пути скромной жизни, вести себя скромно, не платить, не, что называется, с барского плеча не разбрасываться деньгами, не показывать так сказать, потенциальным э -э самочкам, женщинам, что у меня есть деньги, нет денег. Неважно, надо быть интересным самому по себе, а не пытаться купить чье-то расположение. Неважно, женщин, друзей, там еще кого-то. Но опять же, так сказать, вам решать, по какому жизненному пути идти. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожмите обязательно колокольчик. С вами был семейный юрист и психолог Антон Сорвачев. До новых встреч! Крайне советую, рекомендую вам обратить внимание на проект «Обратная сторона» режиссера Ихтибара Беширова. Это серия спецвыпусков, а я бы даже сказал практически репортажей полноценных, о мужчинах, у которых принудительно забирают детей, у которых вгоняют в такую жизненную ситуацию различными кровавыми способами, из которых выбраться назад Многим этим мужчинам, к сожалению, уже будет очень-очень сложно, если возможно. Еще раз подчеркну, Эхтибар Беширов, канал на Ютубе, проект Обратная сторона забрали, меня посадили на Лена, а где Миша? А почему ребенок не ходил в школу? Лена, а где, где Миша? Она в очередной раз пыталась его запереть с тем, чтобы не выпустить со мной.